Всем привет, друзья, с вами Мамай. Сегодня будет довольно-таки невеселый ролик, но чтобы вы понимали, у меня нету в душе желания там отмазаться, скинуть на кого-то вину, как-то оправдать себя. Мне, по сути, не нужны оправдания на сегодняшний день. Сегодня мы, так сказать, слили, прям люто слили, и, ну, по сути, так и бывает в жизни, так бывает в игре. Это нормально, бывают хорошие дни, бывают плохие дни. И чтобы вы понимали, когда я по спорту начинал свою дорогу, я там не достиг прям самых лютых вершин в ММА, какие можно достигнуть, но у меня есть профессиональный рекорд 4 боя, и только один бой из этих боев я проиграл. Ну и вот, чтобы понимали вы, пока я прошел эти 4 боя, я много поражений терпел, очень унизительных бывало, меня там просто в одну калитку убирали и шансов не оставляли. И все, к чему это я вам рассказываю, это я рассказываю вам к тому, что жизнь меня уже немного научила принимать поражения как есть. Да, конечно, есть много спорных нюансов, но я этот ролик пилю не для того, чтобы там как-то пытаться объясниться, оправдать это. Поражение с поражением, тут уже нечего объяснять. Я это делаю для того, чтобы сказать вам всем спасибо. Все ребята, которые нас поддерживают, спасибо вам за поддержку. По-любому мы еще вернемся еще сильнее. Так что ждите, по-любому будут еще хорошие новости. Будет праздник и на нашей улице. Так что, ребята, обязательно давайте досмотрите ролик до конца. Вместе с вами чекнем эти катки. Да, конечно, грустно смотреть на эти каточки, но если так случилось, значит, оно так и должно быть. Я в этом плане немного свободен. То есть, если что-то получается круто, и ты это делаешь, и... это, конечно, приятно. Все любят побеждать. Но если ты отдаешь все, что можешь дать, и при всем этом у тебя тупо это не сходится. Так у меня очень было часто в боях в зале. Я пахал просто как собака, из зала не вылазил, но я все равно проигрывал. Я принимал это как есть, как мужчина. Я понимал, что сделал все, что мог, и остальное уже, к сожалению, было делом случая. Так что давайте вместе с вами чекнем эти две каточки и посмотрим вообще, что как происходило. Потому что я после того, как мы сыграли, я уехал. Там были небольшие разборки по тем нюансам, что на сайте было написано, что будет бо 5 до 3 побед. Ну, короче, в общем, после того, как мы проиграли, я уже уехал, и поэтому ролик пилю только сейчас. То есть у меня там не было депрессии, в углу не плакал, так что, ребят, все нормально. В общем, погнали. Потому что здесь нету банов, формат довольно-таки не особо привычный. Здесь играем только в гемасике, только определенные карты на протяжении всего турнира, и нет никаких банов. Так что здесь пики у всех по классике идут. Сэнди на Сэнди, Джин на Джин, Карл на Карл. Ну и в общем, мы стоим на фланге. Я забираю свой фланг. На миду там Джин на Джин таранится и Карл на Карл таранится, но пока ничего прям особенного. По гемасикам тоже идем на равных, но ульту накопил, закидываю ульту, и здесь немного по хп просел, потому что Джин не дал подхилиться. Стоп-роп здесь тоже накидывает, ББГС накопил на ульту, в общем, ульта есть практически у всех, не считая меня. И здесь ББГС убивает вместе со стоп-робом, а меня в ответ тоже затянули и также расфигачили. Теперь у Холла есть опять ульта. Они заняли центр по гемам 7-2. И каточка довольно-таки напряженная. Но ребята, конечно, готовились нехило под эти темы. И, блин, зря все-таки ребята с ними играли. Я об этом часто говорил. Здесь я видел, что иду на вытяжку и пытался от нее уже убежать. Но, к сожалению, я этого не смог сделать. В любом случае, поддавливать надо. Кто будет рашить? У Карла гемы. У стоп-роба гема. В любом случае, это приходится делать мне. И сейчас 8-5 мы по гемам ведем. Пока все нормально. Давайте посмотрим, что же именно не так было. Вот здесь по мне попадает. Мы очень коцаны, но здесь убивают кота. Кот — это ББГС. Напомню, я здесь попытался своровать гема, но Сэнди уже слишком близка была. И меня добивают. Холл промазал, не затянул. Теперь уже счет 8-8, но они держат теперь центр. Меня убирают.
И здесь, ну, по сути, это чисто дело случая. То есть здесь формально от кого-то какой-то ключевой ошибки прям не было. Чисто дело случая. Подвернулось так, что до этого тоже всякие моменты были. Там, где мы могли именно затащить, здесь затягивают стоп-роба, и это уже ГГ. В принципе, даже, ну, я даже не знаю, что сказать. По сути, да, вроде старался там. Фланг сначала перебил. Убил, сделал килл, кот там перебивал, держали центр, но тупо не зашло. И, конечно, для такой темы есть очень хороший нюанс, это скиллшот. Скиллшот на каждый режим делает игры до двух побед. То есть, если ты хочешь победить в футбол, то ты должен показать две победы. Это очень удобно, потому что иногда случается какая-нибудь шляпа, и всегда можно отыграться. Но не на этом формате, не на Red Bull. И давайте глянем вторую каточку. Тоже гемасики, и пик здесь практически такой же, не считая Карла. Вместо Карла теперь две розы. Фига там какой-то мопедик. Роза спряталась здесь, но ей стоп-роб не дает подхилиться. Здесь чекаю кусты, потому что не особо видно. Ставим Сэнди на Сэнди, и там уже с другой стороны. Ну, на мид вообще никто не выходит, потому что затяжка на затяжку, но вы сами понимаете. Стоп-роб здесь затягивает, но не попадает. Я здесь тоже стараюсь особо не лезть, но потому что, сами понимаете. И вот здесь вытягивают нашу розу, и розу убивают. Теперь они уже по гемам лидируют, они уже поджимают. Здесь Сэнди, попадая по Розе, попадая по мне, накапливает на ульту раньше. Роза на Розу, но они решили отступить, и вот здесь, начиная поджимать, меня сразу вытянули и уже шансов не оставили. То есть вытяжка от Холла, она довольно-таки неплохая. Опять же, они хорошо тренили, молодцы ребята. Здесь Роза на Розу. Ну, события все слишком очень... Ну, блин, очень быстро происходит, я даже не успеваю комментировать. И здесь опять на отходе меня опять ловит. Роб вытягивает в ответ, но не добивает, потому что у него нет зарядов. У него было только две тыки, на третью тыку ему не хватило. И здесь по гемасикам мы уже начинаем отлетать. Меня опять вытягивают, я только вышел, и меня сразу вытянули. Ну, просто шансов даже не оставляли на какую-то активность. И здесь убивают Розу вражескую. Ребята неплохо держатся, 9-8, я залетаю, так как, ну, это очень напряжный момент, и здесь надо бы как можно быстрее добраться до центра и помочь своим тиммейтам. Роб забирает гем, уже пошел отсчет, 10-9, никто не лезет никуда, но сами понимаете, катки очень напряженные, и поэтому тут обострять. Мы вытягиваем, убиваем, но гем все равно падает, и они еще один дополнительно забирают в ответ, вытягивает. Кот здесь врубает ульту, но его обратно вытягивают. Он улетает. Здесь, к сожалению, стоп-роб по Сэнди не попал. И я думаю, что от меня ключевая могла быть ошибка. Это то, что я здесь должен был зарашить. И нас просто со всех сторон расстреляли. Роза здесь пыталась поймать вместе с ним на трамплин улететь и там же его добить, потому что по хп у него хп было больше. Но, опять же, дело случая, как вы видите, это не получилось. У нас не получилось, ребята разбежались по сторонам и все, это в принципе поражение. Но тут я даже, ребят, ничего не могу сказать. Да, мы проиграли, дерьмо случается, и сегодня такое дерьмо случилось с нами. Так что, в целом на этом будем подводить итоги. Вместе с вами катки посмотрели, это я впервые повтор смотрю после того, как мы откатали. Ну, в общем, как-то так, ребята. С вами был ММА. На этом мы не будем сдаваться. Это только начало. Но ничего, еще куда-нибудь по-любому скатаем, потому что все шансы для этого есть. В общем, спасибо всем за поддержку. И по поводу хейтеров, ребята, ВКонтакте, да, там некоторые удивляются, что кто-то удаляет комментарии. Ну, я признаю честно, я удаляю это сам, потому что, ну, вы в этих группах никогда не сидите. Вы просто пришли поднасрать и не удивляетесь.
удивляйтесь, что вас на неделю банят, потому что моя группа – это мой дом, это не то место, где вы сможете так безнаказанно срать. Так что лучше просто не пыхтите, не тратьте свои нервы, я все равно абсолютно всех забаню и удалю. Поэтому, ребята, в Ютубе вы можете накидать там любых комментариев, это очень поможет моему ролику продвинуть его, так сказать, в активность. Ну, а по ВК, ребята, собирайтесь мозгами и понимайте, что там вам добра не будет. В общем, всем удачи, ребят, и всем пока. Спасибо большое еще раз всем ребятам, которые меня поддерживают. Мне очень приятно это. И много-много бравлеров на 35-й ранг, там, многие достижения я делал только для вас. Так что еще много интересного будет. В общем, всем удачи и всем пока.